На этой неделе на территории Ивановской области прошли масштабные командно-штабные учения. Все имеющиеся силы и средства были проверены на предмет готовности к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Раз в 3 года Центральный региональный центр МЧС России такой тотальной проверки подвергает каждый субъект страны. На первом этапе была смоделирована ситуация с ликвидацией последствий возможных ЧС, вызванных ухудшением метеорологической обстановки. На втором этапе проверялся порядок действий по управлению силами и средствами спецслужб при реагировании на крупное ДТП. Имелись, подчеркиваю, отдельные недостатки, которые не оказали существенного влияния на отработку учебных вопросов и выполнение поставленных задач. Поэтому предлагаю это я обращаюсь к начальнику регионального центра, я буду предлагать ему оценить работу территориальной системы в ходе данного командного учения на оценку «хорошо».